Уссурийцами местная швейная фабрика увеличивает свою мощность. В год здесь намерены выпускать свыше 500 тысяч изделий. Качество продукции уже высоко оценили военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Подробнее расскажет наш корреспондент в регионе Руслан Шакабаев. Коллектив швейной фабрики отмечает новоселье. На днях предприятие переехало в новое современное здание с просторными цехами и подсобными помещениями. Работа кипит. Почти 300 мастериц шьют форменную одежду и обмундирование для силовых структур. Среди них и Айгуль Утепова. Швея со стажем призналась, не припомнит, чтобы так много было заказов. Работы у нас стало очень много. При этом большая часть нашего коллектива – это молодые люди. Многие пришли к нам сразу после колледжа. Мы их поддерживаем и делимся опытом. Швейная фабрика оснащена современным оборудованием. Благодаря этой технике ассортимент продукции увеличили до 80 видов. Выпускают рубашки разных фасонов, а также костюмы для рабочих и медицинские халаты. Мы, значит, работаем, соблюдая все нормативы. Специалисты, которые занимаются дизайном, также у нас, ну как, на высшем уровне. Поэтому качество продукции также, конечно, зависит от материалов, из которых они изготовлены. На территории Казахстана у нас нет текстильных комбинатов, поэтому приходится приобретать ткани за рубежом. В новом здании еще есть свободные помещения. Их руководство фабрики планирует задействовать в ближайшее время. Необходимо приобрести оборудование для выпуска трикотажных изделий. В новых цехах откроются дополнительные рабочие места. Руслан Шакабаев, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Семей, 24 KZ.